Всем привет-привет! Давно я мечтала научиться делать объемную укладку, как в салоне красоты. Я, как и все, поддаюсь влиянию YouTube, Instagram, и, насмотревшись различных роликов, решила заказать большой комплект Curl Mimimi. И, честно сказать, я не прогадала, так как у меня густые волосы, и брашингов как раз хватило на все пряди. И сегодня впервые я пробую их на деле вместе с вами. Вначале нужно помыть волосы, нанести специальное средство, которое я заказывала там же для создания локонов, на длину и кончики. Высушить волосы феном примерно на 70-80%, расчесать хорошенечко и разделить волосы на секции. Теперь берем керамический брашинг и надеваем его на специальную ручку. Вначале я просушиваю в одну сторону, накручиваю на брашинг, затем просушиваю и накручиваю этот же локон, но уже в другую сторону на брашинг. И самый завершающий этап, когда локон уже высохнет, закручиваете его снова на керамический брашинг, нагреваете и при помощи специального зажима оставляем брашинг на волосах. Повторяем этот процесс со всеми прядями. После чего нагреваем феном всю голову, даем остыть примерно 10-15 минут, но если у вас есть возможность, то походите подольше и сбрызните лаком всю голову. Затем можете снимать брашинги по одному. Эффект мне очень понравился, думаю, что все-таки это идеальные брашинги для мастеров, работающих в салонах красоты. Потому что я думаю, если бы мне делали эту укладку в салоне красоты этими же приборами, было бы еще круче. Но, честно сказать, что в домашних условиях тоже можно все это сделать. Как бы вот на моем примере вы в этом убедились. Очень удобные приспособления, я ни капельки не пожалела, что заказала их. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!